Протягом 4-ї, 5-ї та 6-ї хвилі мобілізації, яка розпочнеться незабаром у 20-х числах січня 2015 року, до лав Збройних сил України планується мобілізувати майже 200 тисяч українців. Про це повідомив заступник генерального прокурора України, військовий прокурор України Анатолій Матіос, який, як ви пам'ятаєте, возглавляв у нас управління Служби безпеки України в Одеській області. Він, до речі, заявив саме от так, я зараз цитую. Вже можу вам сказати, що передбачена протягом 4-ї хвилі мобілізація у кількості 100 тисяч осіб. Наступно 50 і, відповідно, 6-та хвиля – 50 тисяч чоловік. Там є своя технологія підрахунку, чого така велика кількість. Але скажу, що це дуже багато. 210 днів у поточному році відбуватиметься мобілізація на військову службу. Я нагадаю, що 20 грудня секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов повідомив, що мобілізація у 2015 році пройде в 3 етапи і триватиме, я нагадаю, ми про це говорили в нашій програмі, з січня по серпень цього року. І от підтвердження моїх слів, що перший етап мобілізації, насправді він четвертий дійсно, почнеться 20 січня нинішнього року і триватиме 90 днів, тобто 3 місяці. 737-7310, телефон прямого ефіра. Несмотря на то, что рождественский сочельник, и, наверное, хочется и необходимо говорить больше о позитиве, дарить позитив людям, окружающим вас, меня и моего коллегу по этому эфиру, всех нас, а также говорить о позитиве, обращаться к тем людям, которые несут боевую службу на востоке страны, воюют за независимость и суверенитет Украины. Тем не менее, будем говорить о тревожных тенденциях, к которым мы, не знаю, привыкаем или нет, тем не менее, за последний месяц Одесса снова оказалась в центре внимания не только украинцев, но и мировых СМИ. И вообще играет определенную, я бы сказал, роль уже в геополитических каких-то масштабах, потому что я имею в виду прежде всего те теракты, которые, о которых мы знаем, которые в нашем городе эти взрывы прозвучали. И буквально накануне тоже был очередной взрыв. Что за тенденция? О чем они говорят? И возможно ли повлиять на эту ситуацию? Хотят ли нас просто испугать или готовят к чему-то более серьезному? В этой студии мы будем говорить с депутатом Одесского городского совета Александром Остапенко. И сегодня Александр Анатольевич выступает и выступит, наверное, больше в роли военного эксперта, как офицер запаса, полковник. Ну, конечно, поговорим о политике в том числе. Александр Анатольевич, добрый вечер. Ну, все-таки не удержусь от позитива, я о нем части сказал. Хочу поздравить вас лично, вашу родину, діточок, с Різдвом, внуків, звичайно. И дай Боже, чтобы всем нам было добре, да, как мы любим говорить в нашей программе. И буквально через несколько секунд передам вам слово. Я хочу, чтобы наши режиссеры показали номер телефона, мой личный номер телефона, мобильный. Он сейчас будет на ваших экранах, пожалуйста, 067-951-9192. Звоните по этому телефону, если у вас какие-то будут вопросы, не только связанные с нынешними погодными условиями, а у нас штормовое предупреждение, обращайтесь, звоните, спрашивайте, буду максимально стараться помочь, подключать тех людей, которых знаю, и уверен, у нас сообща много что получится. Телефончик чуть позже вам все-таки покажут на экране. Есть телефонный звонок, насколько я понимаю, да? Добрый вечер, вы в прямом эфире. Вот так сразу со звонка, Александр Анатольевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Я объясню, я хотел бы, конечно, извиняюсь, что я как бы не в тему сейчас говорю, просто же я увидел концовку передачи, то, что было про Черноморского флота. Я бы хотел сказать, что как бы все теперь видят то же самое, что все равно играют деньги. Потому что в Одессе все прекрасно понимают, что все побережье это купленное. Никто не хочет вкладывать деньги и создавать инфраструктуру для Черноморский флот. Здесь бы куда-то загнать, а тут все продано, перепродано, и делать свои деньги. И всем получается наплевать. Понятно. Спасибо вам за ваше мнение, Александр Анатольевич. Ну, понятно, можно, этот вопрос можно, мы тоже можно будем комментировать. Можно это прокомментировать? Да, конечно. Действительно, как мне кажется, стратегически важно оставить военно-морской флот Украины именно в Одессе. Почему? Потому что я лично абсолютно убежден, что Одесса есть морская столица, и может быть и должна быть военно-морской столицей Украины. И все условия, необходимые для развития флота, в Одессе есть.
Да, безусловно. Мне вспоминается история с Одесским институтом сухопутных войск, в котором я лично принимал непосредственное участие. 2007 год, конец 2007 года, декабрь, когда 70 гектаров земли или 68 гектаров земли в центре Одессы от 2 до 6 станции Фонтана и 40 гектаров земли на выселках, так сказать, Черноморской, вот, на побережье, по рыночной стоимости стоили примерно 4 миллиарда гривен. И вот эти 4 миллиарда не давали жадным чиновникам и нашим одесским, да, никакой вообще воли для того, чтобы защищать высшее учебное заведение, которое, по сути, есть одно из слав Одессы. Да. Не только Черноморский флот, не только моряки, не только писатели, поэты и художники, но и военные всегда были славой Одессы. Ну, герои Советского Союза, там более 100 только. Это как раз свидетельствует о том, что у нас есть системные проблемы, прежде всего в государственном управлении. Почему? Потому что в государственном управлении, как мне кажется, катастрофически много коммерции и катастрофически мало патриотизма. А должно быть ровно наоборот. Александр Анатольевич, и все-таки возвращаясь к тем терактам, которые были совершены на территории нашего города, есть там посылы к тому, что подобное может происходить, к сожалению, и на территории Одесской области. Конечно, Одесса в центре внимания. Уже сегодня есть мнение ряда экспертов о том, что вот эти взрывы, они являются ничем иным, как некими такими разборками между политическими кланами, которые уже пытаются дестабилизировать ситуацию в городе, в регионе в целом, в связи с предстоящими местными выборами. Хотя они еще и не назначены и предварительно не говорят на октябрь нынешнего года. Ну, как мне кажется, вполне может быть. Да, учитывая, знаете, какую-то там смешную показушность самих терактов, потому что терроризм по определению — это способ действий, посредством которых надо вызвать хаос и расстройство в головах, прежде всего, мирных граждан. То есть терроризм не имеет, единственной целью имеет запугать, прежде всего, запугать население, запугать людей. Вот. Так вот, все, что касается вот этих событий, которые там 4 раза подрывали волонтерские организации, да, как мне кажется, есть какая-то степень несерьезности всех вот таких действий, потому что любой специалист, военный, милиционер, он понимает, что как-то крайне неэффективно все это было организовано с точки зрения вообще террористической угрозы. И у меня тоже появляется подобное сомнение, что это не столько там целенаправленное действие каких-то там пророссийских сил, сколько там способ раскачать ситуацию в Одессе для того, чтобы показать, что нынешняя власть там как-то слабо контролирует или вообще не контролирует ситуацию в Одессе. И вот в этом отношении те, кто придут дальше, те будут лучше. Да? Вот. И поэтому я допускаю такое развитие событий. Хотя, как мне кажется, чрезвычайно аморальный сам способ до достижения цели и чрезвычайно не присущий вообще менталитету одесситов и Одессы. То есть я вообще не знаю времени в Одессе, не в революционные годы, я имею в виду, когда, так сказать, устанавливался красный террор, да, и дальше. Я не знаю в Одессе случаев, чтобы столь системно, да, кто-то пытался в Одессе раскачать ситуацию. У нас есть телефонный звонок, общаемся с городом. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Я хотела бы сказать, что я коренная одесситка, родилась и всю жизнь живу в Одессе, вся моя семья. Значит, я наблюдаю в течение всего самостоятельности держави нашої, як в Одесі знищується все, що має відносини до оборони і України, і Одеси. Майже всі військові частини виведені з Одеси, а ті, що залишилися, знаходяться в такому стані, що важко думати, що вони зможуть дійсно якусь оборону здійснити. І при цьому у нас же рядом Придністров'я, і ми всі розуміємо, що там стоїть 14-та армія Росії. Нічого не робиться ні для обезпечення матеріального, я знаю, у мене воєнослужащі в сім'ї одеських частей. Не думають о том, где и как живут офицеры и прапорщики. Где, как они живут в этих переоборудованных кое-как казармах солдатских. А те солдаты, которые есть в Одессе и под Одессой, продолжаются попытки вывода их в АТО.
Это, ну, АТО, мы понимаем, что такое АТО. Но Одессу оголять еще и таким образом. Я понял, да. Спасибо вам за ваше мнение. Да, да, спасибо большое. Ну, я абсолютно согласен с мнением телезрительницы, да. Вообще, все 23 года независимости Украины шла системная деградация военной сферы. Мы об этом в этой студии говорили 1000 миллионов раз. Не только в этой. Да. У меня даже есть большой труд, опубликованный там на 40 страниц, опубликованный в чешском журнале, с анализом всех 4, ну, сейчас уже 5 реформ вооруженных сил Украины, которые начинали и заканчивались именно... Да, мы с вами пережили, как министр обороны, ни одного, так и реформы. Именно эти. Сокращением вооруженных сил. И на этом все. Да, вот просто разогнать, сократить территорию, деградировать и продать. Вот, и вот, вот, собственно говоря, и вся суть реформ. Да. Ну, я не могу ничего добавить, могу добавить цифры. Я когда-то в этой студии о них говорил, у нас досталось наследство на 99 миллиардов долларов. Это государственный бюджет Украины один. Это все техника и вооружение, которое досталось Украине после Советского Союза. 50 миллиардов уже в 96-м году не досчитывали. И поэтому один, я не скрываю, один американский генерал с большим сарказмом, я на него даже обиделся, мне сказал в лицо прямо, говорит, Украина единственная страна в мире, у которой можно украсть государственный бюджет, и этого никто не заметит, говорит, ни люди, ни правительство. И это абсолютно относится к военной сфере. Да, действительно, деградировали, вот полностью деградировали военную сферу. Военно-технической политики никакой не было, новой техники вооружения не было, солдаты не занимались ни боевой, ни политической подготовкой, и мы имеем то, что имеем. И получается, сейчас ценой больших жертв фактически с колес настраиваем хоть какую-то возможность оборонять свой суверенитет и территориальную целостность, я имею в виду нашей страны. И Одесса в этом плане абсолютно четко, я понимаю, ключевое место, просто ключевое место. И даже не с точки зрения там, транспортных коридоров, портов. Там. Вообще в стратегии военной Одесса есть ключевым местом. Почему? Потому что, потеряв Одессу, Украина как государство теряет огромную привлекательность своей транзитности прежде всего. Да? И поэтому во всех вот, военно-стратегических планах наших противников Одесса — это ключевое место. И, безусловно, с точки зрения организации обороны к Одессе надо относиться чрезвычайно внимательно. И я поэтому утверждаю и считаю, что Одесса есть городом военной славы, и Одесса должна такой оставаться. Именно поэтому мы приветствовали возвращение Одесского института сухопутных войск, военной академии сейчас сухопутных войск. Кстати, там набор будет увеличен, насколько да, мне известно. Безусловно, сейчас такое время, с учетом того, что все уже вдруг неожиданно осознали то, что военная сфера чрезвычайно важна для Украины как суверенного государства, начали увеличивать наборы, начали заниматься боевой подготовкой, пытаться это делать, да, и начали лихорадочное техническое перевооружение с помощью волонтеров и наших партнеров за границей, да, прежде всего. Вот. И ну, вот именно вот эти действия правительства я чрезвычайно приветствовал, да, увеличение бюджета на военную сферу, и определенную военно-техническую политику, и боевую политическую подготовку, которую там собираются делать, и, прежде всего. Да, все это надо делать, и абсолютно убежден в необходимости таких действий. Вот. А что касается там, мобилизации и отправки солдат в зону АТО, то военнослужащие срочной службы, которые еще остались немножко, да, и сейчас ведутся разговоры о том, что возобновить призыв на срочную службу, частично отказавшись от чистого контракта. Вот, я считаю, что и знаю, что военнослужащие срочной службы непосредственно в боевых действиях участия не принимают. И такая политика и Министерства обороны, и правительства, да, прежде всего люди, вот эти волны мобилизации будут касаться людей, которые имеют опыт боевой большой опыт, да, которые участвовали в конфликтах. Имеют определенные воинские специальности. Определенные воинские специальности и подготовку офицерского состава, в том числе и нас с вами, Сергей Борисович. И, вот, да, я вчера в Киеве по этому вопросу уже тоже общался. Да, собственно говоря, вот это и есть база последующей. Хочу нашим телезрителям в свете вот этого ответа Александра Анатольевича добавить, что под мобилизацию прежде всего будут попадать те, кто служил танкистами, артиллеристами, десантниками, пехотинцы, понятно, связисты, ремонтники, водители, механики разных систем вооружения, тыл, логистика сегодня так называется, РЭП, радиоэлектронная борьба, радиация, химичный, это радиационный захват, это понятно. У нас есть телефонный звонок, пожалуйста, общаемся с вами, добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер, студия. Говорите. Я хочу по
поздравить с грядущим светлым праздником. И вопрос мой такой. Мы можем примирение сил сделать в нашем городе людей, которые симпатики Майдана и антимайдана. Как мы должны друг другу протянуть руки, чтобы понять, что мы две стороны одной медали. Мы все умные. Как нам объединиться на созидание нашей жизни, а не на разрушение друг друга? Как это возможно сделать вот уже сегодня? Спасибо огромное. А вот я только могу добавить, Александр Анатольевич, что один из экспертов, членов группы 2 мая, общественники расследуют тоже эти события, как раз взрывы, о которых мы сказали чуть раньше, и связывают тоже с событиями 2 мая в Одессе. Ну, 2 мая это точно такая же провокация. Я это много раз говорил, в том числе и у вас в студии, как и вот те теракты. И зачинщики вот этой провокации, я уверен, что рано или поздно эти зачинщики будут, так сказать, известные, и широко будет обсуждать это общественность, и там много будет удивлений, я в этом точно убежден. Вот, схожесть очень большая между событиями 2 мая и вот этими вот терактами. Что касается там позиции, да, так надо объединяться вокруг благости, защиты прав и свобод людей и развития нашего города, города Одессы. Да. Я вам скажу, что если детально проанализировать то, что требовал Майдан и антимайдан, то там, мы думаем, даже в этой студии накануне 2 мая обсуждали. Нашему удивлению мы увидим, что по сути базовые требования людей, они одни и те же. Все хотят жить, работать, зарабатывать, планировать какое-то будущее, какую-то перспективу и все. Да. Просто необходимо четко понимать, что людей часто, политики, политиканы, да, я не хотел бы их называть даже политиками, просто сталкивают лбами, как баранов, да, специально направляют, есть специальные технологии, этим пользуются наши противники, да, и есть для этого масса информационных ресурсов, которые это делают, да, и людей просто натравливают одних на других. Надо больше читать, больше думать, не базироваться на позиции, что сказал там Остапенко или Братчук, а самим думать и самим делать выводы. То есть использовать, да, наши высказывания как пищу для ума, конечно, свою голову, тут да, согласен, 100%. И тогда, если мы вспомним, а у нас сегодня такой святой вечер, да, и хочется говорить все-таки о добре, если мы вспомним базовые вещи православной религии, это добро, мир и любовь. Вот. Если мы будем из них исходить, если мы постараемся услышать своего оппонента, постараемся его понять, то, наверное, и не будет у нас никакого конфликта с мордобоем. Согласен. Добрый вечер, вы прямо в эфире. Я обращаюсь к телезрителю. Еще раз добрый вечер. Добрый. Мне бы хотелось ответить женщине, вот этой, что звонила передо мной. Я вот что скажу, ничего не примирит антимайдановцев с майдановцами. Еще если бы не такая оголтелая бандеризация общества, и после 2 мая, где сожгли невинных людей, сожгли по-фашистски, и после этого что-то еще должно примирить, да ничего не примирит, и никогда. Можно временно заставить замолчать людей, но это временно, поверьте мне, временно. Спасибо. Вы знаете, я позволю себе реплику, я не скажу вам спасибо за такой вопрос, потому что вот такие разговоры, они раскалывают общество, которое сегодня должно бороться, правильно Александр Анатольевич говорит, за свои права, а если для вас станет открытием, сообщу вот только один факт. Абсолютно верно говорите, много еще интересного будет в ходе следствия. Так вот, чтобы вы знали, это практически на 100% информация подтверждена. Гиркин, небезызвестный, да, который был среди тех, кто мутил кровавую воду на Донбассе, а сегодня сбежал, да, как шакал, его достанут, поверьте мне. Он был в Одессе 2 мая. И не только он, его соратники. Они ждали, что Одесса повторит путь Донбасса. Не повторила. Ну вот так, это немножко эмоции, Александр Анатольевич. Ну такое мнение, ну, видите, да. Вот настрой вот такой. На фоне, знаете, когда там гибнут люди, очень трудно сохранять такую холодность ума и какой-то... Согласен. Да, чаще всего люди действуют в каком-то порыве, а это неправильно. Да? Надо в любом случае думать, в любом случае принимать решения в соответствии со своей совестью, со своей жизненной позицией. И тогда ты будешь поступать правильно. Не вести и не бежать туда, куда тебя ткнут пальцами и крикнут «а то их», да? А просто подумать. Или «а то их», да, да, как сегодня. Да. Вот так.
Но в любом случае, я уверен абсолютно в мудрости одесситов, да, в их толерантности. Мы тут жили много сотен лет и будем жить много сотен лет, и тут будут жить наши дети и внуки, и нам надо жить мирно. Вы знаете, я вот буквально уже могу говорить, несколько часов назад, еще в поезде, прочел книгу одного из американских писателей, Кинга, который назвал свое произведение «Величие и смерть города грез». Речь шла об Одессе. Вы знаете, я не хотел бы, чтобы вот это название себя оправдало и когда-нибудь осуществилось, потому что Одесса таки город грез, и дай бог нам всем сил, здоровья, и все будет хорошо, я больше чем уверен. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Сергей Борисович, я смотрю всегда ваши передачи, и мне нравится, что вы отлично разбираетесь в военном деле. И у меня в связи с этим вопрос. Есть ли у вас военное образование? Если не секрет, какое училище вы заканчивали? И какая у вас военно-учетная специальность? На этот вопрос, спасибо, да, вот с изделочкой, да, вроде как хотите, или мне так кажется, эмоции. Вот, я неоднократно... По-моему, добрый вопрос. Да, добрый вопрос, на самом деле, это я же шучу, знаете, все-таки тоже бывают, да, какие-то настроения. Я могу ответить, что в 89 году поступил во Львовское высшее военно-политическое училище, закончил в 93 году военно-учетная специальность, военный журналист, диплом с отличием, ни одной четверки и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, кстати, такое училище с таким профилем было единственное на территории Советского Союза, а в мире их было два, еще одно в Канаде. Вот поэтому могу, наверное, рассуждать. Хотя Александр Анатольевич, вот я не зря его назвал военным экспертом, именно военные аспекты он знает лучше, чем я тоже этого не скрываю. Вот такой вопрос был. Есть еще один телефонный звонок, не ожидал, рождественский вечер, тем не менее. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, говорите. Добрый вечер, я так говорю, да. Ну, вот пока да. Я, извините, вот с Вадимом Остапенко, я не знаю, по-моему, вот, Батьковщине когда-то выступал. Нет, никогда. Он однолюб. Вот у меня вопрос такой. А вот сейчас Московский начал такую работу, лоббируется ли там где-то будет. Значит, он... Как он вообще планирует работать, как он собирается? Он губернатор, мэр? Вы за Матковского спрашиваете, у Остапенко? Ой, ну как-то нет, да, вот я, чего нет. Не бывает в рождественский вечер. Я знаю Валерия Матковского, но, спасибо. Но не берусь это один-один за него отвечать, кем он собирается быть и какое его будущее в одесском политикуме. Вот, знаю, что он сейчас... занялся активно не совсем присущей ему политической деятельностью. Морской партии, да, давайте. Да, без это прозвучало не партии. На правах рекламы. Думаю, что все, включая морскую партию Сергея Кивалова, готовятся к местным выборам и раскладывают, извините за такой термин, соответствующие пасьянсы. И Валерий Матковский определенным образом в этом пасьянсе присутствует. Я скажу так, как хотел сказать дипломат Остапенко. Политические яйца раскладываются в разные политические корзины. Давайте уточним. Александр Анатольевич, это уже за него скажу, он слышит. Батьковщины никогда не было. Это фронт ЗМИН. Народный фронт. Сейчас Народный фронт. Ну вот, все время в бою. Просто был период, когда политическая партия «Фронт ЗМИН» и Всеукраинское объединение «Батьковщина» составляли объединенную оппозицию и вместе шли на выборы. Поэтому у многих людей есть такая ассоциация, связанная с Всеукраинским. Я думаю, мы ответили на вопрос телезрителя. Да. Очередной звоночек. Добрый вечер, и будем закругляться. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. С праздником вас. Спасибо вас тоже. Во-первых, не пугайте, скажите, что у вас с рукой, но это потом, когда будет. Это снег, это уборка снега, сразу говорю. А, все, тогда да. Не страшно, да. Не переживаю. Да, ну спасибо, что переживаете. Наша армия, вы знаете, да, уничтожили армию, да, не было командования, да, не было вооружения. Мы не рассчитали эти кадры, что у нас люди такие, каких им даже во сне не видать. Поэтому никогда в жизни они не смогут нас победить. Потому что людей у них таких нет. Вот вы знаете, я вот к святой все-таки действительно сегодня вечер. И вот действительно уходим на позитив. Я, если вы сейчас были в студии, надеюсь, супруга не приревнует, я бы вас расцеловал за такие слова. Да. А также всех одесситов, которые думают именно так. Сила духа, великое дело. Вот вы знаете, вот
военно-стратегических оценках, в таких экспертных прежде всего, да, по-разному оценивают военную мощь государства. Но даже в советских доктринах одной из важнейших факторов был этот дух, да, боевой дух войск, сил, и которые участвуют в военном конфликте. Я скажу, что сегодня в украинском обществе, и это, безусловно, величайшее достижение 2014 года, сформировался украинский народ как единая нация, вот, и сформировались люди, граждане Украины, которые абсолютно четко себя идентифицируют с нашим государством и готовы его отстаивать, готовы бороться с несправедливостью, и их сила духа точно непереможна. И именно поэтому все попытки агрессии оказались неудачны. И сейчас, как мне кажется, идет вопрос не о продолжении, не о развитии, а как из этой ситуации наши, извините, северные соседи или восточные, да, выйдут, не потеряв лица. И это все благодаря воле и силе духа украинцев. Благодаря и вам, прежде всего, уважаемые телезрители, потому что мы говорим с вами. У нас есть еще один звоночек на финал, и идем на святой вечер. Добрый вечер вам. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, Одесса. С Рождеством Христовым, Христос народился. Словим мы его. По поводу прошедшего перед этим звонка человека, можно его так назвать, можно не назвать. Телезрителя, давайте. Телезрителя, да. Значит, хочу просто сказать свое мнение коренного одессита в четвертом поколении. Значит, всем, кому не нравится наша Украина, прошу, пожалуйста, дать паспорта и ехать в Ростов, в Москву, или как они там сейчас еще их приглашают, в Барнаул, там, в Улан-Удэ, заниматься скотоводством. Значит, и Украина будет наша едина, и никуда она не денется. Мы переможем. Слава Украине! Героям слава! Разом и до кинца! Правда, слава Украине! Спасибо большое, Слава Анатольевич, буквально 30 секунд. Я просто 30 секунд хотел бы всех искренне поздравить с Рождеством. Самый светлый праздник, праздник жизни, новой жизни. Я очень хотел бы, чтобы эта жизнь у нас была мирной, доброй, чтобы рождались наши сыновья и внуки, чтобы они жили нормально, и чтобы каждый из нас имел позитивные перемены в будущем. Хай вас Бог береже. О, це добре, добре таке зауваження, добре таке щире привітання. Святий вечір, щедрий вечір наступає в Україні. Хочеться звернутися до вас, шановні глядачі, побажати вам всього найкращого, Божої благодаті, перемоги та миру. І ви знаєте, от мені кажеться, що коли мужчина, коли чоловік готов погибнути за родину і не боїться віддати свою життя, він, извините за грубе слово, із самса перевращається в мужчину. А от коли мужчина готов принять мучительную смерть, опять-таки за родину, за свою семью, он уже превращается в человека. Я хочу вас поздравить с рождением мужчины и человека, который принял за нас мучительную смерть, который показал свой дух, родился для нас и стал Богом. Стал той Украиной, которая у нас сегодня есть и которую мы обязательно сохраним. Я вас очень всех люблю. Я хочу передать музыкальный привет нашим ребятам в зоне АТО. Хай вас Бог береже, хай береже Бог Одесу, слава Одесі, слава Україні. Протекла, мов кров з ножа, по степу тонка межа, ліворуч битва, а справа бій. Чигає смерть у далі голубі. Ми йдемо, одна сім'я, 100 бійців, і з ними я. І день за днем, за разом раз, на 100 бійців один наказ. День за днем, хто знає де, був наказ, і сотня йде крізь вогонь і куль політ, крізь вугілля і крізь граніт.